Сегодня мы поговорим о мидии. Известно, что ими питаются еще со времен неолита. Одна мидия может жить от 5 до 30 лет. Иногда мидии на 1 метр делают огромные колонии в сумме до 20 килограмм, как вы можете наблюдать здесь, на пляже Мраморного моря. Часто в ракушках появляются маленькие жемчужины. Они маленького размера и тусклого цвета. Они не ценные, но самое интересное из фактов о мидии, то, что в Кувейте приравняли шанс выпадения жемчужины к азартным играм. Поэтому в Кувейте мидии подают открытыми, чтобы это не было азартной игрой. В Японии мидия считается знаком влюбленных, неразлучно скрепленных друг с другом. У мидии иногда свисают типа водорослей что-то. Первая мысль у человека, что это водоросли, но с помощью нитей они цепляются к камням. И многие моллюски пользуются такими нитями. Потом, самый распространенный вкусный метод приготовления мидии — это запрессовать их острым рисом, полить лимоном и потом съесть. Это прекрасно, просто и суперски. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео о мидиях, у меня рот слюнями набился. Обожаю мидии. Обязательно напишите комментарий, подписывайтесь на канал. Всем, что я люблю, целую.